Традиционное событие «Вальс Победы» с 2015 года стало одной из любимых акций в преддверии 9 мая. Ежегодно оренбуржцы принимают участие в танце, чтобы почтить память героев. Война – это не только горечь утрат, но и радость победы. И вот мне кажется, вальс – это апофеоз радости. И мне кажется, апофеоз победы. По-хорошему такая традиция зародилась, и таким образом генетическая память наша будет сохраняться. Около 50 тысяч участников по всей области в 11 утра занимают позиции, чтобы под композицию «Майский вальс» начать танцевать. В акции принимают участие школьники, студенты, курсанты и семьи. Для многих это стало теплой традицией. Помнит сердце, не забудет никогда. 9 мая – это знаковое для нашей страны событие, самый важный праздник в году, поэтому я считаю, в таких акциях обязательно нужно принимать участие. Какая-то была дрожь по коже, потому что ты понимаешь, что когда-то давно была такая война, и такое было тяжелое время, и ты стоишь и понимаешь, что люди, что они вообще переживали в этот момент, и сейчас ты здесь, и вспоминаешь, и как бы тяжело на душе. Для меня День Победы – это главный праздник в году. Мой прадед, мои прабабушки принимали участие в войне. Конечно, их сейчас нет живых. Тем самым я помню их подвиг. Я думаю, это важно. Ну, потому что это связано с нашим интересом, нашим хобби, с нашим увлечением. Ну и, соответственно, память нашим предкам, дедушкам, бабушкам. Это большая гордость, ответственность и честь не только перед своим колледжем, но и перед нашей страной, перед нашими гражданами. И это невероятные эмоции. Все, что проходит, все репетиции, холод, это того стоит. Честно говоря, чувствую гордость, ведь этим вальсом мы поминаем своих предков, своих родственников, которые участвовали во Второй мировой войне. Мне это, конечно же, вызывает очень сильные эмоции. Мне приятно танцевать. Вальс Победы для многих не просто акция. Это возможность еще раз сказать спасибо ветеранам и вспомнить тех, кого уже нет с нами. Юлия Писарева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.